Ох, ни хрена себе! Ребята, босс третьего уровня! Он меня замедляет, кстати. Так, тихо. Босс третьего... Нет, нет, нет! Что, донатик? Кто сказал донатик? Что это? Кто это? Что? Какого? Нет! Фу! Я впервые нашел, мать его, шахтера, жителя, с которым мог, наверное, железом торговаться. Я себя просто конкретно ненавижу. Впервые за весь, мать его, сезон я нашел жителя шахтера. Ну почему я такой тупой, ребята? Ну пожалуйста, ну ответьте мне. Почему? Почему я такой дебил? За что мне это? Так, 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 так. Остается 2-2 претендента, господи. Да господи, я снова поставил этот тупой карьер. Я ненавижу себя. А, как же я себя ненавижу, просто терпеть не могу. Так, что тут у нас? Русская рать. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне да добрый меч, ратью пойдем да пого... У нее лицо отвалилось. Но ничего, ничего, сейчас я починю. Ишь, какая красивая. Сейчас я еще капюшон на нее надену. О, какая. Ушки у нее, правда, слишком огромные. Вернемся, пожалуй, к чатику. Русь молодая, силы немерена, дайте коня. Нет, тут не так поется. Дайте коня мне, да добрый меч. Тут не поется и добрый меч. Дайте коня мне, да добрый меч, ратью пойдем, да погоним ворога. Русь молодая, силы. Что? Русь молодая, силы не... А, он вообще... Подожди, да погоним ворога. Дайте коня мне, да добрый меч. А потом вообще-то поется... Ой. А, он тут вообще все напутал, что он меня запутал. А, я запутался, я сам текст забыл из-за того, что я читаю вот это. Ха-ха, что за бред? А, пожалуйста, не надо, не надо коверкать песни. Там та там 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 тарарарам та там там там. Если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Оложка. Всем удачи, всем пока, 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 пока.